У стен Азова ковалась Россия молодая. Необстрелянные потешные полки, будущие гвардейские, знаменитые Преображенский, Семеновский, опытные стрелецкие части. Часть орудий заряжается картечью. Русские стрелецкие части наступают слаженно. Внезапно турецкий гарнизон, янычары, самые подготовленные бойцы, связываются в индивидуальной схватке. Отдельно они гораздо сильнее каждого стрельца. Но стрельцы сильны.
очень близко к стенам. Осыпан новый вал во время атаки. Подходят полки нового строя. Они дерутся уже по-европейски. То шире, то шире нужна. И эту силу не способны остановить никто. Наши войска на стенах крепости Азов. Турецкий флаг повержен, русский флаг.